Встали 6 часов утра, машины у нас все выехали, загрузились песочком, поехали по главным улицам города. А потом начали уже второстепенные улицы брать. В итоге вот эта вот синяя машина, на которой мы ездим, использовала уже около 60 тонн песка. Нам просто нужны 10 тонн за одну ходу. Вот чистим улицы, все благодарят, все машут.